Привет всем, продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, ставить комментарии. Всем заранее спасибо. Что может быть лучше, чем хорошо сшитая одежда? Было бы здорово, если бы я могла перехватить проблему. Где там помочь? Натоптана не разберешь, но тут точно был Таин и кабан.
Никаких ран. Отчего у меня? У меня вокруг рта. Что-то в глотке застряло. Ну-ка посмотрим. О, ну да, кольцо Таина. Как прошла твоя охота? Принесла кабани шкуры и твое кольцо, Таин. Хвала великой матери. И тебе, конечно. Где ты его нашла? В животе у кабана. Ему оно удачи не принесло. Я теперь его лучше на шею повешу. Но кто победил? В этих машинах засели стрелы. Воины спугнули стадо машин. Следы машин ведут к руинам, а рядом следы людей. Спасибо.
можно? Фу. Ты, та, что была изгоем? Что ты здесь делаешь? Ваш друг Дэн за вами прислал. Что вы там делаете? Пилозуб уволок наши колчаны, то есть мой. Оба. Без оружия пришлось забираться повыше. Хорошо, что ты его завалила. Теперь мы сможем вернуться. Только ты никому не расскажешь, что нас тут видела? Не видела. Друга твоего уж точно. Слезть вам помочь? Мы сами вернемся. Ты только не обижайся, но лучше, чтобы нас с тобой не видели вместе. Вдруг догадаются. Другой раз не забуду о том, что говорят мертвяки. Я нашла их, сам знаешь где. Скоро вернутся. О, спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо! Какое счастье! Ты ведь никому не расскажешь? Не бойся. Матриархи сейчас поют песню искупления. Не заметят. Ты права. Песнь искупит все наши грехи. Спасибо. Я не это имела в виду, но ладно. Thank you.
работникам Лобовада пришлось бросить часть товара. Рыскари наверняка убили люди Лобовада. Только бы не нарвались потом на кого пострашнее. Прибор срабатывает из-за какого-то сигнала. Видимо, это тот котел, о котором говорила Дрейн. Вот эта дверь. Как же ее открыть? Многообещающе. Железо, свет. Я как будто попала внутрь гигантской машины. Но кто ее создал? Выглядит как треугольная труба. Для чего она? Устройства доставляют куда-то детали. Куда? В случае чего, ходится под прикрытием.
Вон та штука рядом с провалом. Что это такое? Эти устройства доставляют куда-то детали. Может, и мне на таком прокатиться? Thank you.
Сердце совсем рядом.
что поможет мне их укротить. Эй, ты! Ты пришла помочь? Меня прислал Лубоват. А, ясно. А он не сказал, почему он всучил нам ящик древесника вместо боеприпасов. Уже 3 нападения рыскарей и падальщиков. И будет хуже. Без боеприпасов мы, считай, покойники. Лубоват ничего не говорил про древесник. Он сказал, вы забыли взять припасы. Значит, старый дурень совсем сбрендил. Все ящики взяли, я 2 проверил. Метка была, стрелы. Открываем,
А там древесник, палки одни, ясно? Лубоват прислал меня, потому что он за вас беспокоился. Единственное, что его беспокоит, потеря вложений. Мы работаем, он считает барыши. Я принесла стрелы. На всех хватит. Свет солнца. Тогда у нас все-таки есть шанс. Тревога! Сюда идет Долгоног! К оружию! К оружию! Проводит их в последний путь. Ты хорошо сражаешься? Я удивлен, что Лубоват раскошелился на такого воина. Вообще-то он мне не платил. Я сама захотела. Никогда не верь купцу Карха. Беда! Певчих ядер нет! Что? Не может быть. Разве что... Это Дерит их украл. Когда на нас напали, один из наших убежал. Дерит. Я думал, он просто трус. А он, значит, еще и вор. Далеко он уйти не мог. Да, но у нас нет сил за ним гнаться. Тогда пойду я. Но в этот раз. За плату. Быстро учишься. Ладно. Вернешь нам певчие ядра, я заплачу. Привет, Дерит. А ты кто? От каравана пришла. Чего? Какого каравана? Который ты подставил. Думал, не будет стрел, не будет и выживших, не останется свидетелей. Послушай, я весь в долгах. Не заплачу, мне оба глаза выколют, понимаешь?
караван, они выжили? Да. Я успела вовремя. Спасибо. Я заключаю солнце в объятия. Да сожжет оно мои грехи. Падаль. Ну, хоть умер достойно. Вернулась. И певчие ядра при тебе. А Дерит? Его убил ловчий. Просто жуть. Ты одолела ловчего. Получишь прибавку. Вот, возьми мою долю. Заслужила. Дальше я справлюсь сам. Теперь нам особо нечего бояться. Thank you.
Тихо, не ебайся. Больно. Кажется, предтечи таким образом определяли время. Доспехи из эпохи предтеч, но как до них добраться? Эти цифры наверняка связаны с секторами круга.
Мир за пределами священной земли. Мне нужно найти Олина и добиться от него правды. Кто были те убийцы? Как увидели меня через его визор? Кто эта женщина? Та, что так похожа на меня. Зачем им меня убивать? След Олина ведет в Меридиан. Когда я найду Олина, я заставлю его заговорить. И он ответит за все и за всех.
Я видел места, где ты побывала. Новые поселенцы не ценят твое искусство. Свалили твои творения в яму. Но я знал, что искать. Возня на земле, щедрая россыпь брызг. Я же говорил, еще свидимся. Нил, а ты все охотишься? О, да. Я затачивал клинок, предвкушая запах сражения. Не пойми превратно, эти мрази и так очень пахучи. Но капля паники еще больше подчеркивает аромат, как благовоние. И как же зовут твой нож? Что за вздор давать имя ножу? Ну вот и поговорили. Ты готова? Только не думай, что мне это нравится. Не волнуйся, они унесут твой секрет в могилу. Он там явно не подремать прилёг. Должны к нему подобраться. Надеюсь, это не один из наших. Пленников все равно оставить у себя.
Больше не сработает. Тяжелая штука и бьет мощно. Зачем он пленники? Не нравится мне это. Кормить пленников. Ну, как будто еда на деревьях растет. Все хорошо, я тебя выпущу. Сейчас я открою дверь.
Я слышала, что Азирам выкапывают на севере какой-то хлам, оставшийся от предтечи. Надеюсь, она скоро вернется. Она должна принести кое-что с рынка. Кровь стучала в ушах, потом все затихнет, и услышишь звон. Это призыв к оружию, зов потаенных желаний. Или зов о помощи. Я бы услышал. Наверняка. Так ты был солдатом? Сражался за Карха? За них, против них. Империя не может жить без войн. Нас не спросят. Но новый король Ават был иного мнения. Он начал расследование военных преступлений. Разве не всякая война преступление? Тем не менее, я вызвался добровольцем. Ты вызвался вести следствие? Нет, я добровольно сознался. Нет смысла тратить время на расследование. Ну и солнечная скала на 2 года. Справедливо. И что же ты такого сделал, Нил? Все было приемлемо, с учетом обстоятельств. Приемлемо для кого? Это не мне решать. Скажем, правила боя меня устраивали, но правила должны быть. Это структура, клетка. Без них, знаешь, встречаются пустынные места, где раньше была жизнь, а теперь дыра на лице мира. Скорее всего, это моя работа. Ты 2 года сидел на скале? Это что, какой-то обряд Карха? Да нет, солнечная скала — это тюрьма. К югу от Меридиана, к югу от протоков. Наш новый король верит в перевоспитание. Как и я. Подыхая от жары в темном каменном мешке, я наконец осознал, что для меня в жизни действительно важно. Напарника себе нашел? Думал, я твой напарник. Мне нужно идти своей дорогой, Нил. А на ней как раз много разбойников. Меня это устраивает, я же не жениться предлагаю. Я не одинок, когда есть кого убивать. Пора идти. Краткий эпизод для нас и финал для них. Хотя стоит ли о них горевать?
Прощай, осторожность. Если это западня, надо действовать по-тихому. Выглядит как обычная застава. Надо тут осмотреться. Если вы оба не заткнетесь, я пожалуюсь Заиду. И скучно быть перестанет.
Стой, чужачка! Что ты здесь делаешь? Префект Заид сказал, тут разбойники похитили девушку. Знаешь, где их искать? А, Заид тебе сказал? Никаких разбойников тут нет. А подружку свою сейчас отыщешь. Нам новенькую прислали, ребята. Ну-ка, скрутите ее и свяжите. Бегом ко мне, кретины! Ладно, посмотрим, что Заид тут прячет. Тележки цепи. Не только цепи, кандалы. Они куда-то перегоняли пленников. Вкусно. Следы ведут к той постройке. Может, напоя внутри? Эта нора, которая в яме сидит, такая стройненькая. Слюни подбери. Заид сказал товар не портить, а то много не дадут. Похоже, на кое держит здесь. Мне придется перебить этих охранников. Девчонка с детства! Не обращай на меня внимания. Стоп! Это одного из наших убили?
Поговори с Накуи. Она знает, что делать. Накуя? Я Аджана. Все объясню, когда вытащим людей из этой ямы. Ты Аджана? Ну надо же. Хоть одна из его молитв сработала. Тебе нужно найти ключ. Он у одного из людей Заида. Ну ладно. Я скоро приду. За это мне дадут еще один паёк. Нужно было взять телегу. Их продадут в рабство. Поговори с Накуи. Она знает, что делать. Вернулась? Ключ у меня. Я помогу остальным. Пойдем скорей. Я знал, что с тобой будут неприятности, но в конце концов наши усилия окупятся. Конец уже наступил для тебя и твоих людей. Вижу врага! Но этот слишком легко отделался. Мой отец был охотником. Он учил меня, что убивать зверя всегда надо быстро. Как ты попала в плен? Я хотела убить его сразу, но не вышло. Он отпустил меня, чтобы потом поймали другие. А потом? Он сказал, они продадут меня в рабство, как и всех остальных, кто попадается им в руки. Но спешить не стал. Каждый раз, когда здесь бывал, он бил меня. Видимо, я задела его гордость. Как Заид сколотил шайку работорговцев? Вот эти вот подонки вместе с Заидом ходили в красные набеги. Новый король солнца выгнал их из армии. Но Заид как-то ухитрился выкрутиться. И подыскал дружкам новую работу – зарабатывать на торговле людьми.
тяжко тебе пришлось. Ерунда. Правда? Заид мертв. Я была готова на все, лишь бы этого добиться. И добилась. Что будешь делать? Эти люди сидели в подвале долго. Чем хуже они выглядели, тем труднее Заиду было их продать. Им нужна еда, отдых и надежда. Я позабочусь о них в Меридиане. Ты даже не попытаешься вернуться? А как же Джан? Матриархи меня не пустят. Да и все равно бы я не пошла, горя не синим пламенем. Ну а Джан, я передам ему весточку. Буду скучать. Но пускай не волнуется. Мне пора идти. А что у тебя за история? Небось интересная, раз тебя сделали искателем. Если захочешь рассказать, отыщи меня в Меридиане. Я побуду там, пока остальные не встанут на ноги. А пока... спасибо, что помогла мне избавить мир от этой гнили. Не знаю, может быть, теперь я наконец-то смогу вспоминать отца без боли. Как все будут готовы, пойдем в Меридиан. Еще раз спасибо за помощь. Мешок и так уже набит. Это мне поможет.
будешь торговать. Не мешайся, странница. Мне не нужны наемники, мне нужно чудо. Я хочу узнать, кто убил моих ребят. Я хороший следопыт, могу помочь. В чем дело? Побоище! Вот что! 5 ночных сторожей покрошили вот прямо в капусту. 5 убили? Как? Не знаю. С одним мы дружили еще до освобождения. При безумном короле мы были рабами на этой каменоломне. Мой друг, доступает он вовеки в свете, умел драться. Либо их было много, либо его застали врасплох. Может, это машины? Но как? Каменоломня огорожена, а коршуны на такое вряд ли способны. А ты здесь ничего необычного не замечал? Дай подумать. Ах да, лужи крови. Кучи мяса. Прости, нервы сдают. Не привык к такому. Все как обычно, разве что. Ну, породу недавно взрывали. И Сарават сказал... Нет, это глупость. Вы применяете взрывчатку? Конечно. Пробиваем породу к залежам. Каждый год взрываем недельку. Но при чем тут наши убитые? Их же... Растерзали, а не взорвали! Что именно сказал Сарават? Да, ничего. Лепетал что-то про кучку камней. Якобы еще вчера ее там не было. Говорю, это каменоломня. Мы тут целый день камни ворочаем. Так что он нашел чему удивляться. Дубина. Осмотрю каменоломню. Если это поможет. О, вот это да! Ничего себе зрелище! Ты, ну ты не маленький. Огнежар. Солидный запас. Thank you.
Вот это зрелище. Ох, надеюсь, милостью солнца, завтрашний день будет... Я никогда не видел таких машин. О, и таких смелых охотников. Возьми, это из наших запасов, но никто не станет возражать. Ты заслужила. Да пребудет с тобой свет, дитя. Особенно, когда будешь драться с подземными чудищами. Да, вот это я просто обожаю. О, неплохо. Хорошо, что я сюда попал. Ого! Вот это да! Потрясающее зрелище! Свежатина. Аристократы только и заняты своими нарядами. Уж извините, но все товары подлежат осмотру на входе в город. Это возмутительно. Мы честные граждане. Сколько еще ждать? И что прикажете, сидеть тут, пока все не стухнет? Я думала, в Меридиан открыт вход всем картам. Мы не виноваты в том... Мы не виноваты в том, что случилось с Эрзой. Повсюду несчастье. Говорят, множество норов погибли. Что тут происходит? Олин где-то там. И Эрэнд. Еще один из тех чужаков, с которыми я разговаривала на празднике. Эрэнд сказал, если я буду в Меридиане... Он познакомит меня со своей сестрой. Сказал, она капитан авангарда. Что бы ни случилось, идет дальше, все через месяц. Скоро ты кому не рассчитывай туда, пап.
хватит. Это из-за убийства. Стоять! Стой на месте! Ввиду недавних событий, без обыска никого в Меридиан пускать не положено. Каких событий? Что у вас случилось-то? Убита капитан Эрза и бойцы авангарда. На Красном перевале на них напали карха тьмы. Эрза? Сестру Эренду убили? Откуда ты знаешь Эренда? Мы встречались. Позови его, это важно. Ха! Едва ли Эренд, новый капитан авангарда, скорбящий брат, станет тратить время на какую-то чумазую. Элой? Ты жива? Я думал, погибла. Ну-ну, расступись! Аж сюда дошла, чтоб меня повидать. Ты что, пьяный? Ай, не очень. Чуть-чуть. Так ты жива. Надо отпраздновать. Я угощаю. Надо поговорить. Наедине. И будь добр, приди в себя. Пойдем. Вы разрешаете? Конечно, разрешаю. С этого дня она может приходить и уходить, когда захочет. Как скажете, сэр. Ну вот, мы одни, как ты просила. Что за разговор? Слышала про Эрзу. Мне жаль. Знаю, ты ее любил. Я любил. Да ее все любили. Она всегда знала, что делать. Все слушались. И я тоже. Теперь я должен встать на ее место. А я, как видишь, на ногах не стою. Я тоже потеряла близкого. На инициации он меня вырастил. Его звали Раст. Ужасно. Почему всегда, если случается что-то плохое, все начинают рассказывать тебе про свои беды, будто от этого легче? Да, загадка. Ну ладно. Ты о чем-то хотела поговорить? За эти дни многое произошло. На инициации на нас напали убийцы. Выжили немногие. Мы были в деревне, когда начались взрывы на горе. Пришли воины, сказали, что почти все дети погибли. Как горько плакали твои родичи. Я до сих пор это слышу. Как ты спаслась? Важнее другое. Как они обо мне узнали? Узнали? О чем ты? Убийцы пришли за мной, из-за Олина. В каком смысле? Ерунда какая-то. Мне нужен Олин, и я хочу разобраться. Но он мой друг. Нет, он предатель. Я не знаю, кто эти убийцы и откуда, но я знаю, что Олин с ними заодно. Но я... Это... Не ломай голову, Эренд. Просто отведи меня к нему. Его здесь нет. Он уже не первый день по руинам шарится. Может быть, где угодно. Есть места, где он часто бывает. Где его можно застать? Дома. В Меридиане. Покажи мне этот дом. Надо его обыскать. Ладно. Но только если в моем присутствии. Отведи меня к дому Олина. Ясно? Ладно, ладно, пойдем. Столько людей, все говорят. Как в таком шуме думать? А я не думаю. Я просто пью. Да, девушка, видимо, теперь в город всех подряд пускают. Рот закрой! Отомстим за Эрзу!
Адам! Он щадит тех, кто пленил нас и пытал, и убивал! Рэн, ты разве не хочешь справедливости? Твою сестру убили! Кто за нее отомстит? Еще одно слово, мразь поганая, и я лично потащу тебя в тюрьму! Убирайтесь, пока я не дал вам пинка под зад! Что он имел в виду насчет Эрза? Не сейчас. Как нам попасть внутрь? Оу, какая тонкая работа. Ну вот, только ничего не ломай. Ну, то есть кроме двери. Вот это все для одного? Хорошо, когда есть друзья при дворе короля. Этот угол ковра обтрепался. И пол тут затоптанный. Посмотрим, что под ним. Откуда он тут взялся? Вопрос в другом, как его открыть? Без ключа никак. Этот люк делали мастера Азирам. Его не вскроешь. Это мы посмотрим. Только время. Кажется, это семья Олина. Тут много слитков. Может, это как раз то, что мне нужно? Большой, тяжелый. Если такой упадет еще... Ну-ка, подтолкнем. Я, кажется, попросил ничего не ломать.
Их жизнь зависит от тебя. Если ослушаешься, я перережу им глотки и брошу их тела гнить на солнце. Они забрали его жену и ребенка. Они? Кто они? Убийцы. Пригрозили, что убьют его семью. Карта. Тут отмечены места, где он бывал. Похоже, Олин вел дневник. Олин? Я думал, он только контракты умеет читать, а он поэт? Так и есть. Олин знал, что меня хотят убить. Я докажу. Последняя страница. Он пишет про меня и приказ меня убить. Еще друг называется. Проклятый предатель. Где ты научилась читать глифы? И эти образы, как ты это делаешь? Мой визор. Он показывает то, что скрыто. У Олина такой же визор? Устройство тоже, но каким-то образом он и убийцы могут переговариваться между собой на расстоянии и видеть то, что видят чужие визоры, будто смотришь чужими глазами. Значит, так они о тебе и узнали? Через Олина? Да, насколько я могу судить. Теперь я знаю, где искать Олина. Я пойду за ним. Что, в одиночку? Так будет лучше. Быстрее доберусь. Стой. Если с этой штукой ты можешь видеть то, что скрыто. Дай пройти, Эрент. Я прошу тебя о помощи, Элой. Скажи, кто убил Эрзу. То, что это Карха Тьмы, я уже знаю. Но кто? Кто конкретно из их солдат? Мне жаль твою сестру. Но это твоя война, не моя. Вот только этого не надо. Ты пришла сюда, чтобы найти тех, кто чуть не убил тебя, погубил твоих родичей. Ты ищешь справедливости, я тоже. Слушай, я пойду к Красному Перевалу. Там нашли тело Эрзы. Буду ждать тебя там. Прошу тебя, удели мне хотя бы несколько минут. Пожалуйста. Красный Перевал? Ладно, посмотрим. Так пахнет. Я даже не знаю, что это за запах. Какие-то специи? Если пойдешь на юг, молись солнцу, чтобы не столкнуться с громозевом по имени Ублюдок. Молю солнцу, не хватает храбрости, чтобы покончить с предателями заката крепости.
Ну что ж, на этом пока что все. Продолжение следует. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, ставить комментарии. Всем заранее спасибо.